эта дорога приведет вас к зданиям лабиринта. Продолжайте пробиваться к цели. Ага, Варфейс. Значит, отряды Блэквуда сюда не добрались. Хорошая новость для вас, плохая для них. Сможете их опередить.
плотнее дыма, горящего с этой ума достиг долины. Боезапас пополнен, игроки воскрешены.
раз уж вы сюда добрались, пора узнать больше о нашем противнике и о том, какова ваша задача. В лабиринте всем заправляют люди богатые, владельцы, которые сильно коррумпированные. Они предпочитают держаться в тени, а потому мы многого о них не знаем. Пока не знаем. Мы уже какое-то время пытаемся выяснить, кто они такие. Полагаю, что именно они с помощью Оберона Уайта устроили глобальный банковский кризис, который привел к смерти многих людей. Хороших людей. Вот почему вам нужно уничтожить клонов. Так мы сможем пошатнуть могущество лабиринта и лишим его главной опоры. Они используют клоны Оберона и других, чтобы обманом подчинять себе правительство и целые армии. Но при этом даже на этой базе они никогда не появлялись лично. Понятия не имею, как он выжил. Нам надо признать очевидных и быть готовыми бороться с Обероном до конца. Да, я абсолютно уверен, что это он. Кто это еще может быть? Сет? Попробуйте подключиться к консоли. Я загружу червя, который уничтожит софт. Это выведет из строя систему жизнеобеспечения клонов. Так мы их и уничтожим. А пока вы заняты, я кое-кому позвоню. Генерал, как слышно, прием. Что за черт? Кто это? Не имеет значения. Мои агенты внутри башни. Той самой башни, что ваши солдаты безуспешно пытаются защитить. Позвольте показать вам картинку с их камер. Это будет... Почему я должен служить того, кто скрывает свою личность? Ну да, в самом деле. Теперь лучше? Значит, ты сговорилась с Блэквудом и подослала сюда этих террористов. Надо было догадаться. Послушайте, генерал, хватит ворчать. Я собираюсь показать вам, за что именно сейчас сражается Warface. Ты? Предательница и военная преступница? Не вижу причин доверять тебе. Конец связи.
Военная преступница. Вы слышали, да? Генерал совсем запутался. Ладно, нет причин больше разводить эти игры в анонимность. Меня зовут Нода. Раньше я была специальным агентом Warface, но теперь сама по себе. Это я вас наняла. Оберон должен быть где-то в базе. Уничтожьте Зеда как можно скорее. Помните, Блэквуд наступает вам на пятки. Он будет покрепче, чем прошлые модели. Вырубите его и активируйте консоль, чтобы я могла найти оператора. И убейте операторов, пока сет отключен. Ого, сразу три оператора. Нужно найти и убить их всех. Операторы убиты. Быстрее добейте Седа! Включился.
Удалось? Отлично. Теперь надо проникнуть в эту жуткую башню. Да, это явно не обитель милосердия. Тот самый Оберон, который командовал последними операциями. Ну, привет! У вас гости. Отряды Блэквуд на подходе. Разместите повсюду С4. А я все же попробую убедить этого упертого генерала. Уортон? Уортон, послушайте. Вы должны его увидеть. Что еще? Что ты от меня хочешь? Помню, вы хотели поймать Оберона? Мой отряд нашел целую дюжину. Выберите того, кто больше нравится. Прямо в той башне, которую обороняют ваши бойцы. Послушайте, дамочка, я не знаю, что за игру вы ведете, но вы зря думаете, что ваши дипфейки могут меня в чем-то убедить. Конец связи! Что за упрямый... Настоящий герой может стать инструментом в руках бессовестных манипуляторов. История грустная и страшная. Заканчивайте там и выбирайтесь. Готово? Хорошо. Позади башни должна быть вертолетная площадка. Лучше идти к ней. Вряд ли она охраняется. Должна признать, вы хорошо поработали. Отныне у вас будет новый позывной. Юрай-4. Итак, Юрай-4, покиньте сектор, а потом взорвите там все. На этот раз мы добились победы, но не стоит ее переоценивать. Лабиринт потерял своих кукол, но сами кукловоды еще живы. 12 могущественных противников. И 13-й, самый опасный. Мы должны завершить то, что Варфейсу не удалось много лет назад.